Проблема в шее компенсируется мышцами грудного отдела. Точками я пометил остистые и поперечные отростки. И если видно, то вот это вот влево-вправо такая лесенка, она нужна для чего? Мускулатура грудной клетки выполняет две функции. Дыхательную и вынуждена стабилизировать шею. И так как атлан по горизонту сдвинут вокруг вертикальной оси и перекошен слегка по горизонту, правый поперечный отросток чуть ниже, здесь идет спазм и тащит 6-7 шейный к атланту, поэтому идет завал по горизонту и внизу тоже. Грудные создают контур смещения, поэтому здесь направо, здесь налево, так называемые ножницы. Вот в таких в две стороны смещениях между ними очень сильно зажимаются нервы. Здесь в данном случае этого нет, но очень может быть в других местах. И большая часть того, что я нарисовал, имеет с собой первую причину травму первого, второго, третьего шейных. Ну, здесь на волосах мы уже не нарисуем. Будем править и смотрим, как изменится эта картина. Вдох, выдох. Там компенсация атланта. Отсюда и прям по четвертой грудной. Вот так. Так, челюстью, челюстью. Расслабляем. Так, сейчас тянем и можно привыкать. Вот было отработано по всем смещениям, которые нашлись, не только в позвоночнике, по всем мышечным спазмам, что нашлись. Видите, я абсолютно спокойно проминаю шею, никаких реакций это не вызывает. Плечи выровнялись в горизонт. И часть диафрагмального дыхания со вздымающимся животом, естественно, остается, но если так сделать футболку, видим, да, что живот заметно ниже линии ребер, без валика, разумеется. Грудная клетка симметрична, и вся грудь вздымается целиком, диафрагма только ассистирует реберному, скажем так, дыханию. Ноги, разумеется, симметричны, спазмов здесь тоже нигде нет. Вот это тот финиш, к которому всегда мы стремимся. На вытяжении тело не вытягивается, потому что уже полностью вытянуто, здесь удлиняться некуда. Максимальное расстояние между позвонками. И в целом это состояние тотального комфорта, тепла, легкости. После правки смотрим тонус мускулатуры. Атлант симметричен, второй шейный. Симметричен, чуть-чуть разница в тонусе есть.
третий симметричен тоже с разницей в тонусе. То есть невозможно получить сразу абсолютно ровный тонус мышцы и положение позвонка. Есть определенные компенсаторные реакции. Это нормально. Горизонт 6, 7, 1, 2 грудной. Вот горизонт выровнен. Что произошло? Мы решили вопрос шеи. И компенсация с верхней шейных перестала мучить грудной отдел. Получили полную вертикаль. Во всех плоскостях адекватное положение позвоночника. Ну и, как видим, ровно симметричный такой спокойный тонус всех мышц. Что и нужно. Ну и ощущение полного комфорта, разумеется, тоже.